Доброго времени суток, уважаемые гости и подписчики нашей страницы. Сегодня мы с вами рассмотрим японский культиватор Kubota КРА-95 с 9-сильным дизельным двигателем и задней навесной фрезой. Ножи в хорошем состоянии, имеют минимальный износ. Сам культиватор полностью обслужен. Произведена замена тех жидкостей и фильтров. В отличном состоянии. По системе управления рычаг коробки передач 8 вперед, 4 назад. Рычаг коробки передач на фрезу, 2 скорости. Рычаг включения-отключения ходовой части, стояночный тормоз. Рычаг включения фрезы. Тумблер ручной установки газа. Рычаги дифференциалов. Рычаг выброса передней подножки. Рычаг повышенных пониженных передач. Замок зажигания. И также имеется ручной стартер. Сейчас запустим, проверим в работе. Все отлично работает, полностью готов к эксплуатации.